До пяти? Давай, давай, до пяти. О, Господи, давай, я раз, уже не два, еду. Пять. Три. Господа, нам улыбнулась просто невероятная удача. Как вы можете видеть, я действительно сижу в настоящем мустанге, в том самом, который является кусочком той самой американской романтики. Тех самых лет, когда все еще было очень здорово и когда мы по-честному всем им немножко завидовали. Наши друзья из Muscle Garage сейчас проводят выставку, и поскольку мы находимся здесь, ну, немножко на особом положении, мы можем не просто рассказать им про то, как все это выглядит, но даже показать это все изнутри и как-то рассказать вам, чем же на самом деле все это пахнет. Давайте рассмотрим. И самое главное, что у выставки есть некие организаторы. Как я уже говорил, это прекрасные люди из Muscle Garage. Они не только эти машины восстанавливают, но еще умудряются как-то их вам и показать. Зачем, Борь? Когда ты садишься в эту машину, у тебя твое гендерное отличие начинает увеличиваться и примерно на 10 сантиметров. Понимаешь, да? Когда ты вот садишься... И... То есть в два раза? Ну... А то и в три. Кого-то и в три, в общем-то. И все это для того, конечно, чтобы получать эмоции и получать эмоции от красивых женщин в том числе. Потому что когда ты едешь на такой красивой машине, красивые женщины это имеют в виду. Вот этот вот короткий промежуток 10 лет, когда американцы придумали Muscle Car, дешевую, быструю, молодежную машину, которая красивая, с мощным мотором. У них не было зоопар по поводу стоимости бензина, да, когда эти зоопары появились, в общем-то, все это и кончилось. Кстати, лично я заметил, что это не просто выставка, но некоторые экспонаты, ну, далеко не все, но тем не менее, они даже и продаются. То есть это тот случай, когда вы пришли, увидели, полюбили и практически сразу на месте и отлюбили, ну, предварительно зайдя в кассу. Мне кажется, потрясающий вариант, потому что машины действительно живые, они исправны, это не просто какие-то стоящие кузова, это самые настоящие агрегаты, которые в хорошую погоду гоняют по городу, а в плохую гоняют, судя по следам, кстати, по этому самому помещению. А ты экскурсии проводишь или только для нас? Экскурсии провожу. Все, кто подходит и говорит, расскажите мне про машины, я... Ну, если я нахожусь на площадке, я не занят, то я обязательно все расскажу. Ну, то есть мы создаем... То есть в те 10 минут в течение дня, когда ты там, тебя можно выловить. Да, мы пытаемся создать максимально дружелюбную атмосферу, чтобы люди чувствовали себя не просто как в Эрмитаже, да, там в музее каком-то, когда они приходят и сидят бабки на стульчиках и говорят «Не трогайте». Так, один из самых интересных, на мой взгляд, образцов. А, господи, как они захлопываются. 74-й El Camino. И такое ощущение, что для владения этим автомобилем нужно обязательно убить несколько человек сразу же, причем в момент покупки. А, естественно, трупы сложить в багажник и дальше просто бесконечно вваливать откопов еще, по шоссе. Еще кокоса надо кинуть туда. Как, ну, пару мешочков по 50 таких, причем небольших. Вначале надо резануть ножом пакет. Взять. Здесь рассыпать сначала не, и поехал. Да, обязательно. В десну. И поехал. И нормально. И, кстати, вас никто не догонит, потому что в этой машине около 500 лошадиных сил. Причем он специально сделан снаружи, типа в хлам, типа вот он такой бродяга, бандит, какой-то неверенный мама, I'm a criminal. А технически он полностью исправен. Если кто-то думает, что здесь какие-то ржавые пороги, крылья, ребята, это рамник. Ему абсолютно параллельно на то, какие у него крылья, какие у него пороги. Вот ты найдешь ключи-то, или мы будем ножом да, сейчас заводить? Говори. Я и говорю. Так, вот мы. Ключи выглядят
Вот так. Like this, надо говорить. Да, like this. Значит, это стандартный GM-овский ключ. Формы у всех GM-овских ключей, они примерно одинаковые. Вот этот ключ от зажигания, этот ключ от всего остального. Да, багажник тут, конечно, условный, но, тем не менее, он закрывается. Также здесь есть характерная вот такая вот штучка, которая говорит вам о том, что это ключи от Элькамина. Слушай, это правда, что одним ключом можно завести Элькамина, да, и открыть? Можно, некоторые вообще можно, замки где... И открыть ими в АКИ камеру хранения под вещи. Да, чтобы бабушкину сеточку оттуда... Заводить надо обязательно, при этом поднажимая слегка газ, да? Да, чтобы немножечко туда это самое... впрыснуть, да? Ну-ка. Дерьмеца. А вот теперь вот самое интересное. Ну-ка, давай. Давай сам. Я сам? Давай, да. Слушай, ну там уже, я слышу, бубнит бензонасос, и сейчас мы закошмарим людей, которые там, да? О, господи. По-моему, я уже стартую. Смотри, как она. Смотри. И в этот самый момент передо мной должна бежать какая-нибудь тёлочка, которая не может завести свою машину. У нее там тоже... Да-да-да. Она... Потом включать фары, знаешь, чтобы она ну-ка, в сети ну-ка. Фар. А, нет. Не-не, тут... значит, фары. А, фары и тут. И тут первый фейл. А тут есть фары? Тут фары. Нагнись, давай так ниже уровня приборной. А, фары есть, но нету ручки, которая ее включает. Так что машина. Все, давай, закончим. Не-не, давай до пяти. До пяти? Давай, до пяти. О, господи, давай, я раз, уже не два, еду. Пять. Три. Это интересно. Причем. Все. Причем мощь-то реально живая. 12 секунд на квотере. Вот если на такой ездить один день, какую-нибудь субботу, да, на такой тачке поездить по городу, что это будет? Тема, знаешь, как у красивых баб. Вот она идет такая, все. Не знаю, как красивая. У красивых баб. Тебе, наверное, этот... Я тебе расскажу. Значит, смотри, я баба. Ты идешь, да. Ты красивая баба. Я баба, так. И ты привыкла, что на тебя все пялятся. Постоянно. Мужики пялятся. Мужики пялятся, да. Типа бибикают, или ты идешь, значит, и ты, значит, вышагиваешь и смотришь исключительно вперед. А мозг аж назад смотрит. Вот очень удивительная тема, когда ты едешь на этой тачке, но не только на этой, на любой там старой машине, что девчата вот такие и байкеры, они не поворачиваются на тебя, потому что весь остальной... Это даже уже не их уровень. Весь остальной... Я не понимаю. И мне кажется, они чувствуют ревность и конкуренцию со стороны еще какой-то вещи тоже красивой и интересной, которая интересна публике. То есть на них, с них они перестают быть центром внимания, и их внимание отвлекается на какую-то другую... Слив засчитан. Да, и они как бы тебя немножечко за это не любят. То есть она идет такая вся вот красивая и не смотрит на тебя. Вот есть такая история. Остальные все реагируют очень позитивно. Но вот на самом деле провести целую субботу вот в городе конкретно за рулем такой машины, это что по ощущениям? Это как? У тебя такое уже было? Да, конечно, было. То есть самое классное — это просыпаться. Во-первых, это очень хороший мотиватор выйти пораньше из дома. Когда ты вот видишь ключи, которые лежат на полочки, и ты понимаешь, что ты сейчас сходишь в душ, сожжешь яйцо и возьмешь эти ключи. Чье вот яйцо? Просто, ну, чье яйцо? Сожрал чье-то яйцо. За такой машиной, кстати, это неудивительно. Откусил и вышел прокатиться. Да, вот ты берешь эти ключи, и у тебя уже вот этот начинается вот excitement, да, вот ты уже весь вот ты ждешь, когда ты подойдешь к этой машине. Слушай, нет, в этой машине я чувствую, что у меня реально уже вот начали рисоваться татуировки, у меня начали расти мышцы, очень непривычно. У меня такого никогда у меня этого не было. Вот, да. Волосы из-под мышек, то есть шляпа, она приросла. У меня три золотых зуба появилось, и мне, блин, по кайфу. Да. То есть я реально, причем, вот ощущаю себя в этом комфортно. Вот это вся атмосфера, несмотря на то, что конкретная вот эта машина, которая нарочито сделана, как ты правильно заметил, плохой, да. То есть она специально сделана, чтобы тебе дать вот эти все, чтобы откинуть тебя куда-нибудь в Аризону, в пустыню, где ты на ней несешься в пыли, что пыль вот залетает в салон. И с мощным мотором ревущим. И вот это все в тебе как-то начинает рождаться и жить. И это все не оценить ни в какие деньги. Абсолютно. А покажи нам какую-нибудь люксовую тачку теперь. Пойдем. Погнали, да? Ты ведь любишь, чтобы все было как в жизни, чтобы все было прям за правду, как своими собственными глазами. И есть канал автообзоров, который называется Click on Car, который покажет тебе машину именно так, как если бы ты ее видел своими собственными глазами. И главное, что расскажет он про нее тебе вполне профессионально, потому что люди эти занимаются машинами уже очень давно и знают о них все. И главное, что это будет честно и неподкупно, как я люблю. Канал Click on Car, заходи и глянь.
перед тем, как мы сели в эту машину, что мне сказал Костя, это он мне сказал следующее. Барян, когда сядем, говори, что... Веди себя естественно, я сказал, ты уже палишься. Это та машина, которая заставляет почувствовать себя человеком, белым человеком. А, кстати, да, тогда еще президенты были белыми. Заметьте, Линкольн еще не дал трещину. Да, поэтому... Кстати, да. Ну а что? Что мы здесь видим? На контрасте с каминой, которую мы были в прошлый раз, тут мы видим все богатство вот той американской роскоши, которую представлял американский автопром в конце 70-х годов. То есть это огромная тачка с бесконечным капотом. Мне кажется, что вот эти вот эпитеты топ-гировские ты можешь касательно этого капота подобрать. То есть что, он бесконечный, он... Так мы сейчас с тобой, когда первый раз сели, я же тебе сказал, что реально мы с тобой угнали авианосец. Потому что вот тот капот, который впереди, ну с него можно взлететь точно. Причем даже без помощи самолета, как-то своими силами, опять же, доставка кокс из Эль Камино. Да, уже как-то попытаться вспорхнуть, да. Да, и прицел вот этот вот, он что-то вот такое вот, да? Да-да-да. И просто мне в свое время повезло, я на этой тачке немного поездил вокруг Bosch-сервиса, с которого, собственно, и угнал у клиентоса, который, по-моему, оставил ее помыть, а я типа... сейчас и давай наяривать круги по району. И мне на взлете ощущение очень понравилось, когда ты давишь газ, прицел устремляется в космос. То есть ты примерно стреляешь в район Луны, потому что морду задирает так немедленно, что ну просто фантастика, ребят. Есть позитивный нюанс в этой мягкости. Когда ты едешь быстро по плохой дороге, ты не чувствуешь эту плохую дорогу. Ты не чувствуешь вот дорогу вообще, вот мне кажется. Вот вес, ты с трудом отличаешь вообще, ты сейчас имеешь сцепление с ней. То есть это, как это называется, антагонист? То есть, ну, когда ты едешь на Порше и чувствуешь дорогу... Главное, чтобы не аутист, мне кажется. Кончиками пальцев, да, то есть ты вот прямо чувствуешь, как она... Да вообще всеми кончиками, что скрывать. У нас сегодня такой выпуск, что уж... Да, когда ты едешь ниже пояса. А когда ты едешь на этой машине, ты не чувствуешь то, что у тебя... То есть ты действительно... Кончики как не имеют. Да, как будто. Не имеют кончики. Все причем. Кончики не имеют, но это и возраст на машины подразумевает. Соответственно, что, ну, да, да, да. Когда у тебя кончик не мой, ты, собственно говоря, из Эль Камино начинаешь пересаживаться потихонечку в Линкольн Континенталь. В общем, если вы хотите достойно встретить старость или представить себя, можно сказать, такому раю для пенсионеров, когда вас уже ничто не беспокоит, любые происходящие явления в атмосфере, в дорожном покрытии, может быть, даже майор, застрявший на бампере, он вас не будет беспокоить абсолютно. Полная изоляция от окружающей среды и, главное, дороги. У нас зажигается приборная панель. Закрываем. Давай закроем окно, чтобы шумоизоляцию тоже было все. Ощутили. Ощутили, да, насколько тут. И погнали. Газу, 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 газу! Завела! Это ничего себе! Да, то есть мотор работает практически бесшумно. Единственное, что вот это шипение, это как раз вот эта пневматическая система открывания, закрывания шторок фар. Вот если ты ее выдернешь, и мы, наверное, сейчас увидим, как эти фары открываются красиво. Да? То есть, если на тазах люди колбасят пневму, чтобы поднималась машина, здесь отдельная пневма, чтобы просто поднимались заслонки фар. Вот это пафос. Так и есть, да. На приборной панели мы, соответственно, видим часы огромные, спидометр. Котлы. Значит, если в Эль Камино кнопок не было вообще практически, там был чисто трэш. То есть там поэтому тебе нужно было дать автомат, и им же обязательно выбиваешь лобовое, и та-та-та-та-та-та-та, и чтобы гильзы сюда летели обязательно. То здесь уже, то есть просто какой-то, как наш конкурент по Ютубу, full люкс на самом деле. Потому что куча кнопок, магнитола Дженсен, True Original, причем все это под дерево. Дерево, наверное, все-таки не Нет, настоящее. Это уже пластмасса. Это пластмасса, вот пиндосы, а. Пиндос. А, нельзя же их называть пиндосами, да. Нельзя. Ну ладно, собственно, очень богато и очень по-домашнему. Мне кажется, если это все отделать не кожей, а какой-то тряпкой, ну блин, я не хочу вылезать, короче, Борь, ладно, я тут это... Остаешься. На недельку, да, 15 в месяц, как за однокомнатную, да, тебя устроят в центре города? Ну, это без коммуналки. Без коммуналки, ну а тут у меня, пока бензин не кончится, меня коммуналка не беспокоит. Пойдем дальше. Что, все нормально, давай, ломанули. Значит, это у нас первый корвет первого поколения. C1. Называется он C1. Вышло это поколение, это родоначальник славного семейства Chevrolet Corvette, самого
удачного, успешного и правильного спортивного автомобиля, который предлагал Соединенные Штаты Америки в период с 53-го. За всю историю галактики. С него все началось. Конкретная машина 61-го года. В нем несколько изменены фары, передние и задние, но в нем все так же неудобно сидеть, как в 53-м году, потому что эргономика на тот момент еще страдала, не умели делать американцы правильно. Американцы были другими, они были проще, но технологически машина была уже очень, очень хороша тем, что у нее очень правильная развесовка, да, то есть у нее двигатель находится ближе к водителю. 90 на 10. Ну, примерно. Так, да, примерно так. И, соответственно, задние седаки сидят на задней оси, и, в общем-то, машина сбалансирована неплохо. Кстати, да. Сейчас мы попробуем с тобой открыть крышу. Давай, потому что ездить в нем в таком состоянии, честно говоря, немного угрюмовато. Угрюмовато, да. То есть хочется как-то свободы какой-то, воздуха. А как это сделать одному? Молча. Понятно, да, лучше не ругаться. Внутри мы видим все буйство. Ну, во-первых, погоди, надо определиться. Теперь красивая баба это ты. Потому да. что ты сидишь справа, я тебя подцепил, и мне удобно вот так вот. Вот так. Мы с тобой так едем. У тебя волосы такие красивые, они да. развиваются по ветру, все как бы нормально. Я могу зеркало вот так настроить, чтобы зубы твои лучше рассматривать, как ты улыбаешься мне ими. Ах, как просто молодец. Соответственно, баба. И у тебя есть поручень. Хорошая ручка, когда ты начнешь проявлять свою мужскую агрессию. Агрессию. Естественно. Американскую агрессию. И кричать. Когда я начну тебе навязывать демократию, свою. У тебя есть для этого ручка. Эта ручка это фамильный, скажем так, для корветов аксессуар, который прослеживается во всех поколениях моделей. В салоне мы видим буйство дизайнерских всяких интересных решений. На мой взгляд, вот эти вот железненькие, вот эти регуляторы воздуха, температура. Такие медицинские, даже я сказал, отчасти. Да, они тяжелые, сами вот эти часы. Тахометр, который у тебя прямо... Посередине, ну это спортивный лад, кстати, да, чтобы он был... Слушай, и сцепление, ну сцепление реально ад, то есть у тебя левая икра будет всегда перекачана, ты будешь вынужден все время скакать на правой ноге, чтобы... Короткие включения, попробуй включить первую, вторую. А, кстати, такие прям под драк сразу, да, то есть бам, и все. Слушай, да, действительно, очень короткий карабас. Для нас это редкая очень тачка, то есть даже для Америки это ценный экземпляр, и мы гордимся то, что у нас получилось эту машину выдернуть на выставку, и мы ее поставили рядом с 7-м корветом, который мы сейчас с тобой, собственно говоря, пойдем посмотрим. А что это за хрень? Ладно, хрен с ним с корветом, ты мне про это расскажи. Вандербар? Интересно. Ты видел, что это я за срань? Я из-за своего роста даже туда не обращал внимания. Давай, нагнись снова под торпеду. Мне понравилось, как это вылька. Хочешь, я покажу тебе вандербанд? А тут есть средства защиты, если что. Ну, кстати, можно и пришпарить. Слушай, здесь же 5 кнопок. А, это радио. Это выбор станции, да. Ага. Но их видно только если ты вот так. То есть, погоди, я в корвете, я шпилю 100, по ихним меркам, 10 миль, да? Переключаюсь, и тут, дорогая, погоди, оп, я так опять же прильнул, опять же, да, к ширинке, и вот это, ну... Есть недоработки, но общий антураж машины, он все-таки неповторим. Слушай, ну вот если посмотреть на это, посмотреть на тебя и посмотреть на тот плакат, когда рекламировали корвет, но все-таки общее ощущение от машины складывается весьма двусмысленное. Они уже в 61-м пытались нам сказать, что гомики это не так плохо. Да, навязать нам это. Но я с тех пор так, мне кажется, не поддался этому давлению. Правильно. А давление, кстати, такое ощущается, здесь, да, прям мощное, давит. Держи ты его. Ну, как-то стараюсь. Здесь все-таки, да. Пойдем посмотрим семерку. Давай. Или крайний, давай. Или крайний. Два монитора, соответственно, монитор посередине, мониторы на центральной консоли. Engine start-stop. Вот это звук! Ворот мне ноги! Да, это точно! Слушай, вот это по-американски. Исторически так сложилось, что это всегда была хорошая спортивная американская машина, сделанная из гусиных перьев. Условно говоря, но хороший здесь мотор, хорошая трансмиссия, колеса и классная управляемость. То есть ты за меньший прайс на 30% относительно европейских спорткаров получаешь... Ну, пахнет Европой конкретно. Пахнет. Пахнет, пахнет и Китаем, кстати. Вот эта вот вся центральная консоль, она уже тоже очень попахивает нашими новыми стратегическими партнерами. Да.
Слушай, это прямо хочется, действительно. Хочется сразу. То есть, несмотря на то, что есть поверье, что американцы делают плохие машины, но эта машина, она действительно хорошая. То есть, в своем сегменте, наверное... Хочется верить, слушай, ну прям вот как-то, ну тут все уже, конечно, интересно, но по-европейски, конкретно вот Америки, да, вот мотор еще Америка, а да, все остальное... мотор классический джеймовский мотор, его уже выпускают там хрен знает сколько лет, 450 лошадиных сил, 6,2 литра или 6,1, не помню точно сколько. Сволочь, какой приятный засранец. Да. Да. Есть к чему стремиться. Ну и когда я лазил по группе Muscle Garage ВКонтакте и увидел фотку этой машины, я почему-то решил, что это честно фотошоп, но потому что мне казалось, что нельзя, чтобы существовала в жизни машина настолько похожая на мультик, реально, что вот, ну прям, парни, ну вот она, ее можно пощупать, залезть вашему любимому герою прямо под жабры. Что это? Это, как ты правильно заметила, как раз мультперсонаж из мультика «Тачки», который воплотился в реальность. Прототип для этого персонажа был в реальной жизни. Называется эта машина Plymouth Superbird. Она была выпущена специально для гонок NASCAR, и на ней ездил король гонок NASCAR Ричард Петти. Это очень известный такой дядька в Америке, самый известный, наверное, гонщик, который получил массу регалий и массу титулов. И вот та самая авария, которая в конце мультика, где, помнишь, машина переворачивается, да, да, и Молли, да, да, Маквин его толкает до финиша, это реальная авария, этот дядька, он в Дайтоне поймал жесткие уши на скорости 30 км в час, это одна из самых зрелищных аварий NASCAR. Благодаря чему, кстати, NASCAR, в общем-то, и набрал популярность в Америке, потому что эта машина... Ну, зрелищная, это реальный риск. Да, все гоняются на безумных скоростях, тогда еще машины были железные, то есть она конкретно была железная. С 7-литровым мотором 426, слушай, написано, ты вот понимаешь циферки. Да, это да. Это как раз кубические дюймы. Это единственное, что я еще понимаю. Знаменитый хэмевский мотор, который выпускается уже 50 лет, он в этом году отпраздновал. И в этой машине как раз стоял такой мотор. Мы эту машину делали год, сделали ее из обычного Plymouth Satellite. Задний вот этот спойлер, кстати, почему он такой большой, как ты думаешь? Ну, потому что в мультике его таким нарисовали, я, честно говоря, не знаю. На самом деле, чтобы багажник открывался тупо, то есть ты видишь? То есть чтобы еще было и практично. Привязан, да, он открывается и не мешает, спойлер не мешает багажнику открыться, чтобы достать оттуда. Да, то есть гонки гонками, а Жорева надо с трипермаркета привезти. Да, и, собственно говоря, Тимон поехал в этом году в Америку, заехал в музей к этому дядьке, привез вот это вот крыло с собой и сказал: ребята, дайте мне Ричарда Петти. Они все обомлели, приехал Ричард, расписался на крыле, пожал руку, и мы гордимся тем, что у нас получилось это сделать. У нас есть настоящая реплика, подписанная самим настоящим True Original практически. Да, и стоит эта машина как раз около нашего стенда, да, с автосимуляторами, где можно научиться гоняться, можно прокатиться на этой машине виртуальным, просто там эта машина есть в виртуальной реальности. И сейчас мы с тобой пойдем, и я тебя, поскольку ты чайник в этом отношении... Я думаю. Да, что сейчас попробуем проехать пару кругов, и ты поймешь, что такое настоящее. И, кстати, на нем проедешься. То есть одна рука на руле, вторая... Вторая, да ладно, да ладно, куда ты? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Значит, вот эта синяя пунктирная линия, это значит, что... У меня все хорошо. У тебя все хорошо. Если она пропадает, то у тебя становится все не очень хорошо. Куда руль-то бьется, свинота? Ты держи его просто прямо. А он как-то... Там, где красный, там надо тормозить. Умница, умница, бросай тормоз и пошел в поворот. Пошел в поворот. Ну, для первого поворота. Ну, что-то... Для первого поворота... Не, мне лучше давай одной рукой буду рулить. Так по-пацански. Как бы я жарю нормально. Смотри, а мне норм. Действительно, если не тормозить, слушай, привет, кусты. Можем тебя пригласить на наши заезды без камеры. О, ручник-то работает.
В общем, самое главное, если кто-то подумает, что это реклама, ну, в принципе, почему бы и нет? Хорошие ребята снимают хорошие вещи про хорошие машины. Действительно, Muscle Garage, заходите на их канал, узнаете много нового об Америке. И, в принципе, приходите на эту выставку, потому что можно действительно понять, как жили американцы в то время, на чем они ездили и на чем они думали, действительно. Ну, для меня было очень интересно. Куча необычных машин, которые стоят рядом, и чем дольше ты наяриваешь кругов между ними, тем больше ты как-то проникаешься этой интересной атмосферой. Спасибо тебе, Кость, что, в общем, зашел. Так, в общем-то, спасибо, что пригласили. Классно, что... Знал бы, куда заходить, бы чаще бы заходил. Так ты и будешь чаще заходить. Вот нашлись люди, кстати, да, теперь придется заходить. Никуда не деться? Да. Так что, ребята... Можно, конечно, заплатить. Подписывайтесь на канал Академика, подписывайтесь на Muscle Garage. Будьте самими собой и ни за что в жизни не переключайтесь. С вами был Боря Павлов и... И я. Всем огромной удачи и пока.